библиотеке Одинцовского филиала МГИМО многолюдно. Здесь собрались студенты из России и Беларуси. В союзной лиге дебатов участвуют 32 команды ведущих высших учебных заведений, как столичных, так и региональных. Мы это делаем прежде всего для того, чтобы ребята познакомились друг с другом, больше узнали о союзном государстве и узнали экспертов, представителей разных вузов, российских и белорусских, поняли, какие у них есть перспективы для дальнейшей работы. Этот московский этап Лиги дебатов уже второй. Сперва студенты подискутировали в Минске. Участвовали и представители МГИМО. Для них дискуссия в столице Беларуси стала ознакомительной. Там они получили первый практический опыт и даже прошли специальный тренинг. Тема нам выпала по поводу создания общего научно-популярного труда по Великой Отечественной войне с участием российских и белорусских историков. Я считаю, что мы выступили довольно удачно на эту тему, так как мы выступали со стороны правительства, выступали за эту тему. То есть в ходе дебатов это одна команда выступает за, другая против. Жду успешного продолжения от московского этапа. Подобную форму дебатов, когда одна команда выступает в роли правительства и ратует за определенный тезис, а другая предстает оппозиции и высказывает аргументы против, называют британской парламентской. Она позволяет не только взглянуть на определенную проблему с разных сторон, но и значительно улучшить ораторские способности участников. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».